День в день, час в час, минута в минуту. Радио Балтком. Утро на Балткоме. Утро на Балткоме, Олег Пек, Александр Шунин, и в нашей студии гости. Всегда очень приятно, когда, до последнего времени, как правило, мы приглашали гостей, которые жаловались на жизнь, говорили, как все плохо во время пандемии, как все ужасно, как, все невозможно выступать, перекартились, если говорить про деятелей культуры, что нет концертов, нет возможности общаться с публикой, все погибло, все пропало. И вот сейчас внезапно ситуация, когда изменилась, наоборот, мы очень рады услышать именно о том, насколько у творческих людей сейчас открылись окна возможностей, и несмотря на все, конечно, продолжающиеся еще ограничения, тем не менее, закипела, забурлила как культурная жизнь, и уже завтра в Риге открывается уже второй Осокинский фестиваль свободы. И мы сегодня с огромным удовольствием приветствуем наших сегодняшних гостей, организатор этого фестиваля, его вдохновитель, знаменитый наш латвийский пианист Андрей Осокин. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. И исполнительница, пианистка Катрина Гупола. Здравствуйте, Катрина. Здравствуйте. Доброе утро. Может быть, сначала несколько слов опять-таки о том, как сложно было организовать во всех этих правилах, которые меняются каждый день. Это можно, это нельзя, вдруг завтра это можно, это нельзя. Собрать артистов, договориться. Я думаю, вы уже не хотите про трудности, хотите только про самое радостное. Давайте про радостное. Немножечко, действительно. Открывается постепенно все, и правила меняются каждые 2 недели, так что мы преодолеваем большие трудности, с каждым шажком, если раньше, чтобы организовать концерт, были какие-то определенные шаги нужно сделать, сейчас каждый раз ты делаешь один шаг, и потом ты осматриваешься, не поменялось ли все, не включился ли красный свет, не горит ли какая-то сигнализация, потом делаешь еще один шаг, и так далее. Но что очень радует, это очень большой энтузиазм моих друзей, которые согласились присоединиться к этому фестивалю, замечательные музыканты, их очень много, они очень разные, они в очень разных стилях все выступают, и это меня очень вдохновляет. Я думаю, что по тому интересу, который уже есть у слушателей, что и слушателям как-то после большой долгой паузы, которая, в принципе, началась в ноябре, живые концерты закончились в ноябре, и видеоконцерт – это немножко другой жанр, все-таки все очень-очень истосковались по настоящим концертам, по такой особой атмосфере, которая будет у нас в фестивале. И я думаю, что все будут с очень большой радостью слушать и общаться на фестивале, начиная с завтрашнего дня. На фестивале, я понимаю, что будут концерты двух типов, то есть это, 2 формата, которые и в театрах, и То есть технически это или концерты для вакцинированных, или переболевших. Мы с Катриной переболевшие в эту, категорию попадаем, и тогда там можно без масок, и в таком случае можно без дистанции. Конечно, соблюдая какие-то правила приличия, я надеюсь, все-таки, Осокинский фестиваль. А есть концерты, в которых в том числе могут быть люди, просто сделавшие тест, и в таком случае, там будут, хотя мы до конца еще не знаем, но, скорее всего, это необходимые дистанции, и надо сказать, что и на те, и на другие концерты очень большой интерес. В среду, например, я открываю фестиваль своим концертом, там специальная гостья будет замечательная меццо-сопрано латвийская Ева Парша, мы будем играть, в основном, это сольный концерт мой, я буду играть музыку немецкого романтизма, от Моцарта, Бетховена, через Шуберта и Шумана к Брамсу, то есть очень такая красивая эмоциональная программа. А в четверг будет для всех желающих первый концерт Денис Пашкевич, замечательной, новой, очень-очень авангардной и при этом очень эмоциональной программой, которую он сам написал, называется ТНК, с таким влиянием японской культуры. Он будет и на саксофоне играть, и на рояле, и потрясающе совершенно. Он вчера показывал что-то невероятное. А потом я сыграю концерт, но уже тоже для всех, то есть в том числе те, кто сделает тест, могут прийти. А в пятницу будет день, абсолютно посвященный Катрине, она про него может рассказать. Катрина.
Да, в пятницу, значит, два концерта. Первый мой, сольный, где прозвучат песни, которые я написала буквально 2-3 недели тому назад. Это будет большой такой эксперимент. Песни красивые, Андрей их одобрил уже, так что есть да, акцепт Андрея. Вот. Но это очень интересно для меня показать вот такой чуть ли не первый такой партию пирожков горяченьких слушателям. Вот как оно возникает. Нету еще ни аранжировок там в студии, ничего не записано, нигде это нельзя услышать, только единственный раз 9 июля в 6 часов вечера. А уже в 8 мы встретимся вдвоем, это будет программа кино, музыки и музыки из фильмов и мюзиклов, и этот концерт многие слушатели очень ждут и очень уже его резервировали, потому что мы в жизни вместе, в работе вместе, а на сцене мы достаточно редко вместе, потому что у каждого из нас свои проекты, поэтому это такая большая радость будет встретиться с Андреем и в музыке. Вот, но очень интересный день и суббота. Ну да, в субботу будет день, посвященный поэзии. Я уже в прошлом году начал такую традицию. Мне очень нравится, когда музыка совмещается со стихами в таком, ну, как бы такой спектакль получается. И будет замечательный актер Дирц Круминш, которого многие знают по постановкам Нового Рижского театра. Он будет читать стихи Марины Цветаевой и Велга Кирилла, латышской поэтессы, тоже с очень такой драматичной, трагической во многом судьбой. А я буду играть музыку Серебряного века, Рахманинов, Скрябин, Метнер, немножечко Чайковского, немножечко Люции Гаруты. Так что это будет такой симбиоз, разговор стихов и слова, и человеческого голоса как инструмента, и рояля как инструмента, тоже очень красочного, очень-очень такого яркого, интересного. Мы репетируем действительно с очень большим вдохновением. Я очень рад, что Дирц согласился принять участие в такой, в таком интересном постановкой такой интересной. Катрина нас смотрит, немножечко режиссирует все время, так что это очень приятно. Ну а в воскресенье два последних концерта. Один концерт, посвященный женщинам-композиторам, такая феминистическая тема. Пианистка Ивета Цалита и скрипачка Магдалена Гекка будут играть музыку 19 века и 21 века. Майя Эйнфельда из Латвии, и Клара Шуман, или Аманда Мейер из 19 века, композиторы, которые, или композиторки, как хотите, вот, которых, может быть, немножечко задвинули их мужья и их очень, так сказать, уклад жизни, который, ну, все-таки их больше к детям, а не к творчеству привлекал. А сейчас их музыка опять становится очень интересной, и мне кажется, что слушателям будет интересно послушать, действительно она стоит того, чтобы вернуться на концертную эстраду, или, может быть, нет. Так что я думаю, что должны прийти и те, кто как бы любит феминизм, и его страшные ненавистники, чтобы, так сказать, услышать наконец-то этих вот женщин и вот понять, вот стоит им или нет. А финальный концерт, ну, естественно, он должен быть как праздник, и должно быть очень много людей, и там я представлю, я буду так в таком образе конферансье, а на сцене будет Катрина, будут два замечательных гитариста, Рихард Либетис и Гинц Смукайс, они будут играть много с Катриной русских, украинских, итальянских, латышских народных песен в таких современных обработках, и будет замечательный композитор Раймонд Тигулс, который сыграет свою музыку и в том числе сыграет на очень интересном инструменте хэнг, такой инструмент, как такая огромная черепаха, которая звучит очень странно, да, вот такой, которых, в общем, несколько в мире, по специальному заказу сделан, там мастер, который делает этот инструмент, уже зная исполнителя, если исполнитель ему не нравится, то он этот инструмент ему не делает, а если нравится, то вот можно договориться, и он сделал Раймонду Тигулсу, и это очень действительно замечательно звучит, и я очень жду. Мы со всеми вот из перечисленных музыкантов, я знаком очень близко, с кем-то вот недавно, с Тигулсом в прошлом году, например, познакомился, а с Евой Паршей мы дружим с Академией, когда мы вместе играли на каких-то зачетах, так что, ну, как-то вот мне очень радостно, что все откликнулись, все были готовы в такой очень интимной обстановке выступить, и мне кажется, что это будет здорово.
А можно сказать, что, в принципе, это какой-то такой прям даже прообраз салонов 19 века? Да, да, да. Вот как... Вы совершенно правы. Да, вообще, мне кажется, что сейчас, когда большим залом трудно, потому что, опять же, ну, трудно взять и за час там поменять какие-то правила, когда уже вам 1000 человек купили билеты. Вот, сейчас расцветают маленькие залы. Это было и в прошлом году, так, после первого чрезвычайного положения, первой волны, потому что они как-то могут больше подстроиться, они могут как-то очень интересно создать программу, можно поставить столики, угостить напитками слушателей, ну как-то вот что-то очень приятное сделать, и действительно это будет такая атмосфера салонов, как в 19 веке у каких-нибудь графов или, так сказать, королей, князей, королевичей, баронов, собирались музыканты, каждый как бы хотел, чтобы у него выступали самые лучшие, там Лист, например, или Шопен. И эти композиторы, они писали музыку именно для вот этого выступления. И те произведения, там, например, первая баллада Шопена, которую сейчас все пианисты играют, и как бы они должны быть, рождаться уже, пианисты должны знанием этого произведения, играют в огромных залах, на огромную аудиторию, а они рождались вот именно для такого, вот мы бы сказали, домашних посиделок, но очень аристократических и очень таких утонченных. Вот, вот что-то подобное, какую-то такую атмосферу, очень доверительную атмосферу мы хотим возродить, чтобы можно было в течение концерта запомнить глаза всех зрителей, всех слушателей, и они могли бы очень на расстоянии вытянутой руки от нас. После такого описательного высоким штилем, ну, точнее, высоким штилем последовавшего описания, очень сложно переходить на приземленные вопросы, например, о вместимости, в конце концов, этого салона, в котором... Да, салон очень небольшой, и я думаю, что для слушателей это плюс, потому что как-то сейчас... Вообще мне говорили, ой, как здорово, тут 10 метров никого нет, там 10 метров никого нет, я сижу одна, слушаю оркестр, как это прекрасно. Мне бабушка рассказывала про один концерт летом, я сказала, что да, замечательно, но оркестру очень трудно с одного твоего билета выжить. Вот. В данном случае зал небольшой, когда будут только вакцинированные и переболевшие, тогда там вместимость 30, может быть, там 30 плюс 33 места, а когда с расстоянием, то 20 человек. То есть это будут столики по 2 человека, и в том числе отдельные такие столики, если кто-то хочет в одиночестве прийти и слушать музыку и пить. Тоже возможно. Тоже возможно, да, вот так. Ну, мы правильно с Олегом понимаем, это Бриевы 152, да. Да. Салон фортепианный. Салон, да. То есть, да, если магазин. Магазин на сейчас, да, да, но он очень-очень интересный, потому что там такая урбанистический пейзаж его окружает, это между улицами Таллинас и Цесу по Бривибас, но внутри все очень утонченно. Там переобразилось, там сейчас, значит, столики, цветы, свечки, свет вчера привезли вечером, очень красиво. Специально для вашего фестиваля? Да, все вот сейчас абсолютно вот не как в магазине, а как в салоне. И стоит только один рояль, на котором играют концерты. И мне ведь не послышалось, вы произнесли, можно будет посидеть за столиком, послушать музыку и выпить вино. Да, да. То есть какой-то бар там тоже предполагается. Предполагается, да. Винный бар «Гараж» нас очень поддерживает, и вот они будут. То есть такая будет возможность действительно салона. Да. Салона. Да. Ну, я не думаю, что графам в 19 веке можно было сказать, чтобы им нельзя пить, потому что алкоголь не продается. Я думаю, что граф бы устроил скандал, и всех бы там... Конечно, необходимая ремарка. Мы ни в коем случае не пропагандируем, и алкоголь наносит вред вашему здоровью. Пожалуйста, употребляйте с умом. А лучше, конечно, вести здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни – это хорошая музыка, а хорошая музыка невозможна без билетов. Где можно приобрести вот это ограниченное количество 30 и 20, да, я так понимаю? Билеты продаются на сайте Aula LV, там есть все описания концертов, все фотографии, так что можно на разных языках, можно прочитать, посмотреть все условия по поводу сертификатов, еще раз уточнить. Я думаю, что так же, как музыканты все год назад освоили платформу Zoom и начали репетировать, вот Катрина... С американским продюсером делает песню сейчас по Zoom, каждую неделю они разговаривают, очень интересно, по-английски. Вот. Также сейчас всем нужно освоить сертификаты, что это такое, они очень разных видов есть и так далее, и так далее. Но у меня, так сказать, много родственников, все освоили, так что я думаю, что все разных возрастов люди могут.
попробуем. У нас раз совсем мало времени. Да, раз да, уж прозвучала эта вот песня по Zoom репетиции, я так понимаю, мы переходим ко второй части. Уже, да, вот буквально несколько слов хотя бы про новые песни, вот и в частности про ту песню, которая прозвучит у нас сейчас. Я могу. Я могу, ведь я могу. Да, вышла новая песня в сотрудничестве с абсолютно замечательным продюсером электронной музыки Рабинау. У нас вместе планируются концерты, но это позже, сейчас главное фестиваль. Песня такая в стиле электронного попа, песня мечтательная, в то же самое время она дает, может быть, повторяя, как заклинание слова «я могу, я могу, я могу», уже под последний припев ты начинаешь верить, что действительно, наверное, я могу. Yes, you can. Yes, yes. И к этой песне, кстати, снят достаточно психоделический клип, процесс съемок был очень-очень интересный, захватывающий, я думаю, что слушателям может быть интересно погрузиться в абсолютно другую эстетику. То есть, если фестиваль Осокина – это салоны 19 века, то тут фантазии 22 века, да. А кто придумывал концепцию клипа, как его снимали? Концепцию клипа придумывала команда трех молодых девушек, которые, значит, все вместе режиссировали или продюсировали, и я тоже подключалась, и мы изначально решили, что мы не будем себе ни в чем отказывать, и все самые сумасшедшие идеи, которые нам придут в голову, мы воплотим, и никто из нас не будет говорить «нет» ни в один момент, так же, как в песне «I can», так и в клипе «I can». И да, это был очень-очень классный процесс, и результат, мне кажется, тоже очень интересный. А слова песни написал мой очень близкий друг в музыке, в жизни, Оярс Эрик Скалнинш. Текст был написан именно для меня, именно думая обо мне, тоже вот после одного из моих концертов как-то вот посетила муза, и он написал, и через какое-то время все это срослось вместе, моя мелодия, аранжировка Рабинау и текст. Красиво, учитывая, что речь идет, я так понимаю, о бывшем после Латвии. В моей жизни все время где-то подсознание есть. Я понимаю, что этот клип можно посмотреть, найти в Ютубе. Да. Он уже доступен для просмотра. Именно так. И можно будет посмотреть через несколько часов на портале MixNews.lv. А и... песню, я надеюсь, мы послушаем сейчас. Прямо сейчас. Да? Утро на Болткоме.